Участниками заседания стали глава администрации Ахат Кутлуахметов, заместитель премьер-министра правительства Республики Марат Магадеев, первый замминистра Министерства промышленности Халил Рахимов, заместитель руководителя аппарата Межведомственного совета безопасности Владимир Кургузов, а также представители общественных организаций и руководители предприятий района. На повестку дня были вынесены 13 вопросов. Инициативная группа на рассмотрение об избрании председателя совета внесла кандидатуру Леонида Богатырева, депутата избирательного округа номер 2. Надеюсь, что вместе с вами мы будем выполнять те наказы, те задачи избирателей, которые перед нами ставятся, которые стоят перед районом, во благо наших избирателей, жителей нашего района. И чтобы у нас было спокойствие, процветание и, главное, мирное небо. Для этого мы должны приложить и надеюсь на вашу поддержку и помощь. Единогласно депутаты проголосовали за предложенную кандидатуру. Заместителем председателя совета был избран депутат 5-го избирательного округа Рауф Намазгулов. В целях наиболее успешного функционирования Совета района присутствующие также сформировали 4 постоянные комиссии и избрали их председателей. В связи с истечением срока контракта было запланировано проведение конкурса на замещение должности главы администрации района. Исполняющим обязанности на это время назначили действующего руководителя Ахата Кутлуахметова. В завершении сессии района за добросовестную и плодотворную депутатскую деятельность в составе совета и активное участие в общественной и политической жизни участникам заседания были вручены благодарственные письма. Благодарственное письмо вручается Нигматуллину Фариду Явдатовичу. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, Игорь Хлопотов, телекомпания «Арис».